Добрый день, дорогие наши друзья, телезрители, наши подписчики. Сегодняшний репортаж мы ведем из города Марсель, Французская Республика. Вот мы тут находимся в прибрежном городе, и тут, соответственно, происходит какое-то мероприятие. Снимают какого-то очень знаменитого, известного человека. Все побежали брать у него интервью, рассказывать разные... спрашивать у него разные вопросы задавать. И так смешно смотреть, все с такими большими камерами, все с такими большими, скажем так, своими такими вот камерами. А я сейчас попробую проберусь и попробую посмотреть, что там за чел. Какой? Как минимум президент. А, это вот какой-то... А, это же это известный артист. Да, вот такой вот. И вот эта тёлка тоже, я не знаю. Какая-то известность французская. Может, и нас покажут сегодня по телевизору по-французскому. Ну ладно, а мы с вами идем дальше. Мы затарились, закупили вина, французского сыра, купили шампанского хорошего. Сейчас сядем на прибрежной набережной и будем пить шампанское. А вот тетка чем-то недовольна в Марселе. Вот что-то она возмущается, короче. Это центральная площадь. А вот там, вот в той стороне, находится сам порт, в который прибыл сегодня наш круизный лайнер Costa Magica. Виктория Викторовна, передайте привет нашим подписчикам из Марселя, из Франции. Сейчас пойдем пить шампанское. Прованс, как в песне поется. А завтра в 7:22 я буду сидеть в самолете и думать о пилоте, чтобы он хорошо сидел и крайне удачно сел где-нибудь в Париже, а там еще немного и Прованс. Чао!